какой отличный вечер. Давай-ка мы с тобой выйдем на балкончик и заценим этот закатик. А где закат? Не вижу заката. Бассейн, пальмы и... Что это там такое? Погодите-ка, что это там такое? О боже мой! Это же баги на Ютубе! Привет, бро, меня зовут Пози, и прямо сейчас я записываю видео лежа. Лежа на кроватке в отеле. Я сейчас нахожусь в отпуске, и как только я улетел в отпуск, произошла какая-то аномальная хрень, по-другому это не назовешь. Каждый раз, когда я улетаю в отпуск, все мои ролики перестают публиковаться в фиде. И на этот раз эта проблема коснулась не только меня, но и Аида, потому что мы сейчас вместе находимся в Дубае. В чем прикол? Сейчас вы увидите скриншотик, где изображена статистика моего последнего видео. Чтобы вы понимали, она идет по нарастающей вверх. И вы, наверное, задаетесь вопросом, и что же в этом плохого? Ролик просто начинает вируситься, твои подписчики начинают говорить своим друзьяшкам, что «Вау, смотри, у Пози вышел новый ролик!» Но нет, все не так просто. Это же YouTube, в конце концов. В общем-то, обычно ролик собирает первый час самое максимальное количество просмотров. В дальнейшем потихонечку все идет на спад, потому что твои подписчики получают уведомления, начинают смотреть ролик, досматривают этот ролик до конца, затем другие подписчики получают уведомления. И так далее, пока ролик не собирает какое-то определенное количество просмотров. Ну, допустим, один ролик могут посмотреть там 300 тысяч раз буквально за сутки, и это отличный результат. Но сегодня произошло то, чего я не ожидал. И я решил записать это видео, чтобы, возможно, модераторы YouTube увидели его. В общем-то, за первую минуту мой ролик собрал 300 просмотров. На канале 4,5 миллиона подписчиков. Не, вы серьезно? Вы надо мной издеваетесь? Возможно, YouTube просто меня троллит. Это какой-то долгий, затянувшийся троллинг. Из года в год я записываю такие ролики, как минимум раз в год они выходят, но сейчас я просто не выдержал. За полчаса мой ролик посмотрело 10 тысяч человек. Давайте мы с вами посчитаем, сколько это от общего числа подписчиков. На канале 4 миллиона, почти 300 тысяч. 4,3 миллиона. 10% это 430 тысяч. 1% это 43 тысячи. 0,1% это 4300 просмотров. 0,2% это 8600 просмотров. Это означает, мой ролик посмотрело примерно 0,2 количества подписчиков. Не, это просто издевательство, это возмутительно. YouTube, я прошу тебя пофиксить баги. Серьезно. Вот такое количество процентов увидело мой ролик за первый час после его выхода. То есть уведомления на YouTube вообще не работают, и они в принципе не нужны. YouTube это такая рандомная платформа, что если ты опубликовал ролик и он у тебя не зашел, тебе приходится извращаться. Тебе приходится его удалять, перезаливать, переименовывать. Большинство ютуберов просто сходит с ума от того, что они не знают, почему их ролики перестают смотреть. Я понимаю, что эти баги временные, даже на англоязычном YouTube большинство ютуберов записали ролики по этому поводу, но я просто не ожидал. Я не ожидал встретиться с этой ошибкой лицом к лицу. Ребят, ну на вашей же платформе сидит несколько миллиардов человек. Почему бы вам просто ее не починить? YouTube, живи, отправляюсь на пляжик.